Доходная часть бюджета Ульяновской области увеличится. Изменения в главные финансовые документы принимали на заседании правительства. Общий прирост бюджета составил 5,4 миллиарда рублей, из них дополнительные 1,5 миллиарда – федеральные субсидии. Деньги будут направлены в первую очередь на социальную сферу. На ремонт объектов здравоохранения будет направлено почти 420 миллионов рублей. На ремонт объектов учреждений образования почти 230 миллионов рублей. Все мы знаем проблемы, которые сегодня есть у нас с водой. Более 100 миллионов рублей будет направлено на реконструкцию объектов водоотведения, водоснабжения. Часть средств будут направлены в строительную отрасль. 135 миллионов рублей пойдут на достройку проблемных домов в микрорайонах Юго-Западной и Центральной. Также увеличат финансирование программы переселения из ветхого и аварийного жилья на 46 миллионов. 88,5 миллионов рублей пойдет на обеспечение жильем детей-сирот. На приобретение квартир для детей-сирот. То есть все знают, что это очень проблемный вопрос на территории Ульяновской области, потому что ранее закупались квартиры, ну, порядка там 200-220 квартир в год, а прирост очереди составлял порядка 250-260 детей-сирот в год. То есть у нас очередь росла. В этом году, ну, благодаря принятым решением, финансирование увеличено, и мы предполагаем, что в этом году мы приобретем более 300 квартир. То есть мы пойдем на уменьшение очереди. Также Кабинет министров поддержал проект по созданию берегоукрепительных сооружений на Куйбышевском водохранилище. В профильном ведомстве уже готовят проектно-сметную документацию. На первый этап работ предусмотрено 20 миллионов рублей из областного бюджета. Работы по берегоукреплению будут направлены в Минстрой для последующего проведения мероприятий по выбору подрядной организации. Финансирование по выполненным работам будут направлены в город Ульяновск в виде субсидий для выбора подрядной организации и проведения работ. На сегодняшний день два института работают по проблеме оползня, мониторят склон и дадут нам непосредственно рекомендации именно по той системе и по тем работам, которые необходимо провести на данном склоне. Само берегоукрепление планируют начать в 2023 году. Его ориентировочная стоимость превышает 15 миллиардов рублей. Напомним, ситуация с оползнями в Ульяновске достигла критической отметки. География обширна. От президентского моста до больницы имени Карамзина. Участок протяженностью более 17 километров. Проблема привлекла внимание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, когда он был с рабочим визитом в нашем регионе. Предложение по распределению бюджетных средств рассмотрят депутаты на ближайшем заседании законодательного собрания. Илья Михно, Юрий Конихин, Улправда ТВ.